Знаете, вот первые заморозки в сентябре уже говорят нам о том, что холодает очень быстро и скоро наступит зима. Слушать мрачные прогнозы погоды нам будет легко и просто, когда появится наш необыкновенный, легкий, уютный, супер теплый товар дня по самой выгодной цене. Всего 3999 рублей. Это уютные, нежные и супер теплые ботинки, которые поддержат любые ваши начинания. Ну а госпожа Гарова, обучив в третьем поколении, расскажет вам, почему именно эти ботинки Арвена достойны того, чтобы появиться в вашем модном зимнем гардеробе. Да, Анжелика, с огромным удовольствием расскажу, потому что мне нравится наша коллекция. Во-первых, мне нравится, что она невероятно яркая, сегодня очень стильная. И также хочу вам сказать, что эти ботинки, во-первых, выполнены из эко-кожи, они не боятся температурного режима минус 15 градусов. Внутри у нас натуральная шерсть, которая как раз-таки будет справляться с погодными условиями. О, ну, если прелесть. Вы дополнительно ножки свои утеплите, то минус 20 вы также можете их носить. Обращаю ваше внимание, что здесь у нас эластичная шнуровка, которую не придется постоянно перевязывать. Она будет автоматически подстраиваться под ваши условия. Да? И, конечно же, что хорошо, что есть внутренняя молния, позволяющая экономить ваше время и очень быстро обуваться. Одно из главных условий, которые надо при выборе обуви зимний учитывать, это, конечно же, подошва. Посмотрите, здесь она, кстати, термопластичная, так. Об этом обязательно расскажу, мягкая, эластичная, и, естественно, есть специальный рисунок протектора, так называемый акулий зуб, который будет обеспечивать вам идеальное сцепление с любой поверхностью, поэтому эта модель, ну, я считаю, просто идеальна для вашей зимы. Приобретайте, успевайте, 9 цветов мы сегодня для вас приготовили. Давайте выберем. Давайте. Один из 9 вариантов, а может быть сразу несколько. Бежевый, самый светлый и единственный светлый оттенок в нашей коллекции. Давайте по порядку. В руках у госпожи Гаровой, и мой выбор — это бордовый. Госпожа Гарова, наш суперэксперт, модельер, технолог, обувщик в третьем поколении, выбирает красный цвет. Посмотрите, какой великолепный яркий. И самый яркий вариант. Да. У нас есть вишневый. Полюбуйтесь, пожалуйста. Здесь еще добавляются нотки коричневого. Да. Бежевый, дальше который, бежевый. Угу. Да, который вы уже видели. Также посмотрите серый цвет, как выглядит. У нас синий. Есть синий и два варианта черного. Черный и черный замша. От 37 до 42 размерный ряд. Но как же выбрать размер? Что касаемо размерной сетки, обрати внимание, она у нас с 37 по 42. И что очень хорошо, что здесь у нас полностью совпадает размерная сетка с российскими стандартами. То есть моя рекомендация в выборе этой модели будет такая. Размер в размер. Увеличенная восьмая полнота. Мы помним, что экоматериалы являются эластичными. Они обязательно подстроятся под параметры ваших ножек. Цена только сегодня. 3999 рублей. Хотите оплатить заказ заранее? Пожалуйста, для вас дополнительная скидка 5%. Вот она, ваша первая покупка. И сегодня наш главный товар дня будет распродан, потому что в каждом цвете количество ограничено. Вероника Игоревна из Самары написала: у вас просто потрясающий выбор обуви и всегда очень приятные цены. Предпочитаю покупать у вас, а не в обувных магазинах. Спасибо. И вам, Вероника Игоревна, огромное спасибо за то, что вы выбираете телеканал Shop & Show. Присоединяйтесь к Веронике Игоревне. Итак, из какого же материала выполнены эти ботинки? Вот здесь сейчас в них, они такие мягкие, нежные, внутри словно мягкая шубка. Да, здесь у нас специальная эко-кожа. Ну, во-первых, хочется отметить, что у нас сейчас обувная промышленность шагает очень, да, так, семимильными шагами, я бы сказала, да. Благодаря этому, конечно же, самые лучшие материалы используются. В нашей коллекции эко-кожа, которая воздухонепроницаема, но она, знаешь, как работает таким образом, что выпускает влагу изнутри, то есть внутри никакого парникового эффекта не создается. Также эко-кожа эластичная, износостойкая. Мне очень нравится, что у нас огромное количество цветов. Наша эко-кожа, она также является еще и формоустойчивой, то есть не образуется никаких заломов на такой эко-коже. И, конечно же, ты знаешь, это легкий материал, одно из самых главных условий для обуви. То есть как бы то ни было, то есть сейчас обувь, которая выполнена из эко-материалов, она, конечно же, очень хорошо лидирует, да, среди обувной промышленности.
прелесть какая внутри. Да, очень мягкая. Посмотрите, пожалуйста, на натуральную шерсть. То есть, да, сделаю на этом отдельный акцент. Все-таки натуральная шерсть — это у нас один из самых лучших утеплителей для зимы. Вы видите, что до минус 15 согревает ваши ножки. Но я могу рекомендовать вам и с более теплым носочком надевать минус 20. Очень хорошо, что у нас полностью вся поверхность наших ботинок утеплена. Вы видите, и пяточная зона утеплена, и также союзочная, что обеспечит вам 100% тепло. А что же обеспечивает нам комфорт? Быстро надеть, быстро снять. Это актуально и зимой? Да, актуально, конечно, зимой. Почему? Потому что мы всегда учитываем, да, что комфортные условия для нас одни из самых главных. Поэтому здесь конструкторы разработали не обычную шнуровку, а эластичную, которую как раз-таки не надо шнуровать. То есть это экономия вашего времени. И что хорошо, что эластичная шнуровка в течение дня будет подстраиваться под ваши параметры, если вдруг они будут меняться. Ну, это я говорю, например, об отечности. А для того, чтобы удобно и быстро обувать эту пару обуви, внутри у нас есть специально функциональная молния, позволяющая как раз-таки также экономить ваше время. Ну и, естественно, очень удобно, когда вы в течение дня бесконечно не наклоняетесь вниз, зашнуровать, расшнуровать. То есть это очень-очень удобно. Ботинки Арвена — великолепный вариант для первой покупки. Присоединяйтесь к нашей семье, ведь уже совсем скоро телеканал Шоп-н-Шоу будет праздновать свое десятилетие. Натуральная шерсть внутри, ну и девятая полнота. Да, девятая полнота, и я думаю, что, Анжелика, ты уже успела заметить, насколько удобны эти ботинки, благодаря тому, что здесь анатомическая колодка, внутри ножка располагается эргономически правильно, очень удобно, очень комфортно, плюс есть небольшая пяточная приподнятость, что тоже очень хорошо. И давайте еще, знаете, хотела бы еще раз озвучить цвета, потому что у нас их сколько? Да, девять. Да, это целый нонсенс прям такой для зимней коллекции. Для легкости выбора. У нас три варианта есть в красно-бордовых оттенках. Да. Бордовый — это мой выбор, красный выбор госпожи Гаровой и вишневый. Посмотрите, чем отличается вишневый от бордового. Здесь еще как будто бы добавлен шоколад. Это вишня с шоколадом. Единственный оттенок бежевый, видите? А дальше еще четыре варианта. Серый, синий, черный и черный замша. Серый, синий, черный и черный замша. Цена только сегодня 3999 рублей. Великолепный вариант для первой покупки. Звоните нам по бесплатному номеру, который вы всегда видите слева на экране. Наш российский телемагазин заботится о том, чтобы вы выбирали самое лучшее по самым выгодным доступным ценам. Эти ботинки согреют вас до минус 15 градусов. Я в восторге от этих ботинок. Но, кстати, в нашей студии сейчас свежо. Довольно, я очень рада, что я сегодня в этих ботинках. Да, выбирайте их для первой покупки. Наслаждайтесь выбором, а самое главное, зимой наслаждайтесь долгими прогулками. Это был главный товар дня.